Недавно мы рассказывали о мальчике, мама которого борется за создание комфортной среды для него. Тогда Богдан поделился своими мечтами. А о чем мечтаешь, когда вырастешь, кем будешь? Я буду работать на КамАЗе. Ты когда станешь водителем КамАЗа, можно мы приедем к тебе в гости? Ну да, можно, запросто. Это когда он станет взрослым, а сейчас мальчишка мечтает прокатиться на большой машине, чтобы по-настоящему, внутри. Детские мечты ведь должны сбываться. Вот и Народный фронт тоже так думают. Поэтому мы приехали на базу, где живут самые разные огромные машины. Компания является социально ориентированной, несмотря на профиль нашей деятельности. Поэтому помогать людям исполнять их мечты, я думаю, что это прекрасная идея. В конце концов, мы все вместе живем в одном городе, и мы должны помогать друг другу. Все просто. Когда ребенок о чем-то мечтает, взрослые могут позвонить, договориться, встретиться, и глаза мальчишки будут сиять от счастья. Во время первой нашей встречи Богдан рассказал, что работа корреспондента его тоже очень заинтересовала. А потому будущий водитель-журналист грузовых машин. У Шакмана грузоподъемность 32 тонны. Три оси у Шакмана есть, где 6 колес, а есть 4, где их 8. Дружба семьи Коноплевых с Народным фронтом взаимна. Мама Олеся не только принимает помощь, но и сама активно участвует в действиях общественной организации, создает коробочки добра. Мы очень рады, что стали причастными к этому небольшому, но важному делу. Для нас это несколько часов уделенного времени, а для ребенка это исполненная мечта. На самом деле детские мечты реализуемы, очень часто достижимы. Взрослым не нужно проходить мимо, нужно прислушиваться к голосу детей. И всегда можно сделать каждого ребенка немножко счастливее. Обратите внимание на своих детей. Может быть, сын, который сутками сидит у компьютера и приставки, потому стреляет в монстров, что больше всего на свете мечтает пойти в лес или в горы с отцом, чтобы почувствовать себя экстремалом. Но папа опять без выходных. А дочь без конца смотрит модных блогеров, потому что хочет, чтобы мама устроила с ней показ мод со старыми платьями из бабушкиного шкафа. Но у мамы горит проект. В гонке за деньгами, карьерой, взрослые забывают, что они тоже дети, просто выросли. Дети сидят в обнимку с гаджетами не потому, что их ничем не удивить, а потому что мы сами вручили им чудеса электроники, чтобы не видеть, не слышать, не знать. Откройте глаза и души. На Шакмане сегодня катаюсь. Богдан Коноплев. Юлия Банщикова, Иван Волобуев и Иван Дементьев. ЗапТВ.